Привет-привет! После Пасхи остались несъеденные яйца? Так вот, сегодня я вам предложу 3 легких рецептика фаршированных яиц. Разрезаем яичко вдоль напополам. Выбираем желток. Он понадобится нам во всех рецептах. В первом рецепте желтку нам еще понадобится майонез, грецкие орехи, тертый твердый сыр и чеснок. К тертому сыру я натираю яичный желток, также на мелкой терке. Добавляю сюда крошеный грецкий орех, чеснок, майонез и все тщательно размешиваем. Первая масса готова. Наполняю ею яички. Украшаем половинкой грецкого ореха. Первый рецепт готов. Второй рецепт. Любая копченая рыба. У меня лосось. Натираем на мелкой терке яичный желток. Перемешиваем. Так как любая копченая рыба сама по себе уже жирная, к ней ничего не добавляем. Просто наполняем яичко. Эти яички я украшаю укропчиком. Второй рецепт готов. Теперь третий. Для третьего рецепта нам понадобятся крабовые палочки, авокадо, яичный желток и майонез. Опять натираю яичный желток на мелкой терке. Теперь мелко нарезаем крабовые палочки. Видите, очень-очень мелко. А авокадо, видите как? Просто мну вилкой. И добавляем к яйцам и крабовым палочкам. В эту начинку я добавлю немного перца. Кому надо, добавляйте соль, майонез. И размешиваем до однородной массы. Наполняем этой массой яички. Эти яички я украшу кусочком авокадо и крабовой палочки. Так выглядят наши яички. Пробуйте, может и вам понравится. Приятного аппетита!